Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игруху под названием Hello King. Короче, погнали мы с вами собирать эти душоночки. Где? Погнали, нам нужно всего лишь их 3 штуки получать для трансмутации нашего челика. Так, пойди, здесь находится. Ну, поле боя тоже как бы важно, мне кажется. Потому что может у нас и бред попасться какой-то. Он атакует, он атакует, но он очень слабо атакует. Ух. И где? Ого. Фига себе машина. Воу-воу-воу. Это нормально? Вау, 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 вот это уже, ребят, не очень легко. Признаюсь честно. Если те были хотя бы, ну, легенькие, да, можно сказать, то это точно не легенькая. Здесь полный пипец происходит. Окей. Что нам нужно теперь? Нам нужно отправиться в Долина Духов. Поехали. Так, сады, вокзал, землю покаяния. Я думал, там только такие будут, а там оказывается нихера себе, там будут маги, скорее всего, жестче. Так, мне нужно до конца будет доехать. Ну, поехали. Так, нужно вниз теперь спуститься. Ой, блин. Нужно не давать себе бить. Блин. Всё, отлично. Мой парниша и сам разобрался. Так, поехали. Теперь мне нужно просто упасть вниз. Так, окей.
Хилимся. И отправляемся. Блин, а здесь только так, да? Так, стоять, я что-то не понял. А, все нормально, все. Нормально. Все хорошо. Так, лавочки у нас там по сути нету нигде поблизости. Блин, эти блохи сраные будут меня бесить. Помощник. Так, души как раз буду собирать. Главное не сдохнуть. Самое важное, не сдохнуть. Пипец, мне куда нужно спускаться? Их знает куда. Куда знает падать. Тихо. Блин. Отлично. Так, а теперь главное отсюда как-то нужно выбираться. Вопрос заключается как? В принципе, ничего сложного. Ладно, поехали. Только нужно вниз падать. О, еще гриб. Приятель. Няш ула муму турбадунга алу 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 бунга. Блин, а мне лавочка теперь тогда нужна. Каер. Ой, кайф. Давайте тогда я... А, вместо чего тогда мне поставить? Мне тогда нужно понять, вместо чего мне ставить. Вместо компаса. Шипы пускай остаются, это тоже защита как бы. Блин, вместо компаса, серьезно. Mm-hmm.
Он делался видом кошака. Так, окей. Бля, раз урон получил. Разговорчик какой. Не доверяй тому дуру, что был получен от них. Положись на инстинкты. Если у тебя хороший нюх, следуй ему. И пока охотится за тайнами, опасайся тех, кто охотится за тобой. Ох, извини меня. Ням-ням-ням. Так, ладно, поехали. Посидим. А, поехали, а куда поехали? Если я отсюда поеду... Нормально, там ближайшие типа... Да. Место упокоения, быстро туда приеду сейчас. Забежим потом в трупу. Тихо. Наверх. Я же правильно иду. Единственный вот минус, который я не знаю, где я теперь нахожусь. Единственный минус теперь, что я не знаю, где я нахожусь. Какой меткий, ё-моё. Теперь я реально задаюсь вопросом, где я нахожусь. Так, стоять. Если так посмотреть... Если так посмотреть, то я сейчас... Нахожусь на выходе, да? Так, сейчас я спрыгнул сверху. Мне нужно спуститься вниз. Куда? Так, отсюда можно... Нужно идти вниз. Не, я не хочу сюда всю свою гео выкидывать. Ну нафиг. Еще не совсем. Рассудка лишился. Так, а вот и город. Все, можно сюда лететь обычным способом. Можно лететь обычным способом. Так, отдыхаем на лавке. Грязмут. Водичка. Водичка, водичка, водичка. Yes.
Прекрасно, прекрасно, мое дитя здесь, и само время начать. Горе. Какое жгучее пламя. С ним ритуал обречен на успех. Танцуй со мной, мой друг. Нас публика желает лицезреть. Докажи, что ты достоин главной роли. О боже мой. Я хочу отхилиться. Я сейчас умер, да? Я сейчас умер и потерял. Фу, ну хотя бы огни не тратятся. Поехали в грязь быстрее. Это мои души. Мы 6000 с чем-то души. Мои души. Босик. Блин. Давайте еще раз. У меня такой рандом, что ли, херовый? Блин, дар. Не, ну, в принципе, я думаю, первые две фазы я могу одолеть. Главное, начать быстро его атаковать, когда он это поглотит. Ай-яй, ё-моё. И, ну блин, ну как мне его долить? Блин, попытайся его еще убить. Это тоже не так уж легко. Вот это, блин, если бы оно пропускалось.
Блин. Блин. Короче, походу вторая фаза начинается, когда он вот это разлетается. Это единственный способ, когда я могу отхилиться. Его лучше первым. Мне первому ударить, чтобы он телепортнулся посередине и начал свою эту атаку. А, я то есть постоянно, да, буду получать здесь урон? Бля. И главное, там идеального места нету, ну, чтобы, допустим, я его мог рухнуть. Может, серьезно мне пойти это лучше? Поискать торговца? Фабрикушек этих. И блин, и главное, видите, нету тоже такого места, куда мне не коцнуло. Ладно, посрать. Тогда нужно искать этого мне. Ильчика. Где я могу... Ну, не хильчика, то есть, а... Торговца. Где я могу продать шмоточки. Так, ладно, поставим другие вещи. Так. Блин, а что бы такое тогда тут поставить? А, точно. Че я туплю? Так, ярость ставим. А вот теперь попробуем. Если не получится, будет обидно. Ох, тихо. Сэр.
Раз, два, три. Как мне лучший шар этот выиграть? Ок, допустим, если я поставлю не... мне без вариантов. Допустим, уберу расстояние. Да? Это двойка, получается, у меня будет. Блин, вообще не вариант. Блин, блин, блин. Можно попытаться вот так сделать сейчас. Давайте, это у нас получится сейчас будет последняя битва. Что я хотя бы поставил? Неуязвимость. Зараза. Раз, два, три. Тихо. Раз, два, три. Отлично. И? Танец. Танцуем мы, выступаем. Браво, друг мой. Слышишь, как тебе рукоплещет зал? Давно они не видели такого представления. Посмотри же, как выросло и возмужало дитя, вскормленное жаром нашего наинственного танца, неистинного. Пророчу вам двоим великое будущее, так много эпосов и трагедий. Что ж, наш ритуал подходит к концу, а алом свете факелов ты уже видишь дорогу, по которой проведет тебя пламя. Будешь ли ты собирать его дальше? Наш алый взор будет пристально следить за тобой, друг. А теперь вперед, мой друг, ступай во тьму. Разыщи последние уголья после... пепли этого королевства, а затем возвращайся, и мы закончим наш танец. Великолепное представление. Ячейка амулета. Ой.
Найс, найс. Это значит за танец нам дают. Это было сильно, ребятки. Даже по правде. О, оно улучшился. Вообще мрачное дитя стало. Да, жестко, жестко, жестко. Так. Потом у меня стоял взрыв. Это стоял. Теперь я могу еще один поставить. Либо споры поставить. Не, пускай автоматом собирает. Не хочу мучиться. Давайте, ладно, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.